Да, дорогие друзья, в этом году Грушевский фестиваль перенесли из-за футбола. И в Самаре тоже, оказывается, играют. Самара готовится встречать чемпионат мира по футболу. И перенеслось на 12-13 августа. Это пиршество общения и песни в городе Самаре. Но еще раньше, в первые выходные августа, будет проходить недалеко здесь фестиваль в городе Доброграде. Вот. Этот фестиваль называется «Симпозиум лириков». Тоже очень такой насыщенный фестиваль, потому что в прошлом году были и Городницкий, и Ким, и в то же время группа Ума Турман, и Турьянский, Суханов, Тимур Шауф, Кочетков, Ампилов. В общем, полный состав «Песни нашего века». И очень красиво все это проходит на берегу пруда, а в Самаре на берегу Волги. Я вас приглашаю, потому что на меня это не накладывает никаких обязательств. Палатка с собой.